А, это не Майкл Джексон. Поїхали! Але коли я прийшов в церкву відродження, я розовий, і мама розова. За душу. Осінню! Осінню! Телепередача, тере, ток, тере, шоу, веселі мангусти! One, two, three, yeah! Если бы тогда меня спросили, где я буду через 10 лет, где горы, перед которыми бессилен, и города, где Максу места нет. Если не найду пути обратно, назад вернусь хоть через Южный полюс, я не знал тогда, что будет завтра. Сейчас тем более стань же моей рукой, стань моя жизнь такой. И пусть невзгоды унесут именно нас с тобой. А чё? Останься моей подругой, слизывать соль морскую. Один миг с тобой чего только стоит. Любимый певец. А, это не Майкл Джексон? Нет, да, он. Все правильно. Все чуть-чуть здесь, и потом там, и чуть-чуть. Юрмал жду уже. В Юрмале есть море, можно возле моря. Я все, что было возле моря, кроме Одессы, чуть провтыкал. Ну, в Одессе раз кутнулся, ноги поцарапал. Бачишь, вот, до сих пор? Вон, бачишь, да, до сих пор. Мизинец чуть отбил, шея чуть тянет. Хорошо, короче, отдохнули. Хорошая. Бабки есть. Hello. Как дела? Вот так, знаешь, надо было. Привет, и камера должна. Привет. Как перед выступлением дома? Да нормально, что, написали на Днепр. Столько всяких шуточек. Ух, сегодня дадим в родной богадельне. Поехали. Чего вы? Можно кричать. А ты как, не стремаешься в Днепре выступать? Я? О чем я понимаю стрематься? Ну вот это есть родной город, все. Ну так и Львів-то, я завжди дружу с Днепром. Львів'яни и Дніпряни, це ж. Брати? Та, завжди були. Тут в мене купа друзів. Футбольний клуб Дніпро, я любив свою команду. А Дніпряни любили футбольний клуб Карпати. Футбольний клуб Динамо, ми завжди дружимо. Завжди підтримуємо один одного. Це оплот української вільної думки. Дніпро, Київ, Львів. Люблю Дніпро. О, отлично, отлично. Хорошо, да. Когда я снимаю. Сегодня вы ничего не снимали. Рассказывайте, чем вы занимались, потому что нам нужно как-то оправдываться. Короче, мы сегодня с Дмитром дивились канал «Відродження», пастор Володимир Мунтян. Дивіться, в мене раніше було багато проблем в житті, все не клеїлось, я дуже часто хворів. І багато людей казали, що від моїх родичів, від прадіда, що мені все передається. Але коли я прийшов в церкву відродження, все зняло як рукою, серйозно. І я зрозумів, що моє покликання також якби збирати людей в ту церкву, щоб всі були спасенні. Ребят, я был дома, все хорошо. То, что я был дома, дало мне чистую рубашку постиранную, даже две. Короче, сегодня будет чистый концерт. Я сегодня целый день, мы проснулись, я пошел покушал, после этого пришел, приехали ребята, мы начали придумывать, что мы будем показывать, потому что мы здесь показывали абсолютно уже все. И там кое-что придумали, репетировали, накидывали, ну короче, занимались творчеством. Ну я домой не ездил, никого не видел, ну, я потому утром, что я работал. Я утром приехал сегодня на этом, вместе с женой, с собакой, и с Лизой, и с сумками. Мы приехали из Киева прямо, изняли там все, и приехали из Киева. Я сейчас то же самое расскажу, что и Толик, мы с ним в одном номере живем. Нет, ты завтракать не ходил. Я завтракать не ходил, я еще больше, я на часа два больше охранял кровать, чем он. Что, два часа завтра? Надо. Ты столько много ешь? Я немного вроде ем. Я много ем. Не скажешь по тебе. Спасибо. Сегодня придут с кем ты нас познакомишь? Друзья моей жены. Потом моя мама с папой придут. И еще четыре человека. Это, видимо, их какие-то друзья тоже.
Вот. Ну, познакомь. С кем? С мамой познакомь? С мамой познакомь. Маму зовут мою Виолетта Рафаэлевна. Мама у меня учитель, она педагог. Она раньше в садике работала воспитателем, потом в школе. Мы взрослели, она тоже с нами из садика в школу перешла. В институт не пошла, потому что мы уже взрослые стали сильно. Мы с братом, я имею в виду. Вот. Папа тоже будет Сергей Юрьевич. Твоя мама смотрит эти дневники. Да. Мы это знаем. Это да. Самый благодарный зритель из всех. Да, самый, это, самый щирый глядачица моя мама. Расскажи. Вероника Брониславовна. Мене дід Бронислав. Я на чверть поляк. Я маму свою дуже люблю. Це найкраща в світі жінка Вероніка Броніславівна. Прізвище Розова. Таке саме прізвище, як і в мене. Ви уявляєте собі? Я розовий і мама розова. Дуже люблю. Мене мама виховала, коли я був малий, вона мене била. Ремня мені давала. Ну, нічого страшного. Потім я виріс, став сильніший, забрав в неї ремень. Мене мама перестала ремнем лупити. І все життя вона мені казала, що прізвище Розовий дуже гарне прізвище. Мені воно не завжди подобалось. Були моменти, коли мені не подобалось моє прізвище. Але мене мама завжди переконувала, що Розовий – це гарне прізвище. Але минулого літа, коли ще був контакт, я її знайшов в контакті. І знаєте, як вона там була підписана? Вероніка Роз. Без паліва. Мені треба всі карти пройти. Tower Defense. Блонсто D6. Треба пройти всі карти. Будь ласка, мені не заважайте. Це нормально, деградуйте. Будь ласка. Воно того варто. Паліть книжки, паліть все спаліть, газети паліть, книжки паліть. Скачуйте ігру і бавтесь. Будь ласка. І бавтесь? Да. Швейка покажет. О, приехал! Дети встречают. Не мои случайно. За реквизитом? Привет, привет. Привет, привет. Самое пафосное появление. Дніпро, як завжди, п'янить. Ну, в смысле, я прочекав мікрофон, тому що будемо медитувати. Хорошо. Нам багато часу. Здравствуйте. Вот это водитель. Ты же девушка. Ну, раз в день, ну, смачно. Можно использовать. Я кажу, моя мама, їж ти фрукти. Дуже смачно. Что это, дыня? Да. Дыня. Персик с дыней смешивать нельзя. Вот такое было. Давай, ребят, сначала рыбу, потом. Все, все, вот ну, все. Кухай. Все. Там тут сказал не про насен. Так пойдем. Ну так сейчас, дай поесть, слушай. Вы что делаете? Так, слушайте, нам если что, вы ничего не видели. Да. Нарара пока не было, ребята. Ты сейчас задушу. Ну, да? Нормальный реквизит вот за него. Проходим? Ага. Да. Хорошо? Скорее. Еще один проект. А вы говорите, легко поехал, выступил, потом поехал, в другое место выступил. Ага. На самом деле мы кайфовали весь тур. Мы как бы работали, но кайфовали. Но сегодня мы выступаем в Днепре, где мы были... Наверное, раз 600. Показывать то же самое, ну, наверное, теоретически можно, но мы не можем себе это позволить. Поэтому мы вчера... Вы переписались за ночь? Ну, как переписались? Мы... Пересобрать. Мы что-то... Ну, во-первых, у нас будет там... Если сравнивать с предыдущей программой, ну, наверное, процентов 5 там осталось с предыдущего. Вот. И ну, что-то мы взяли, какие-то номера, которые просто нигде никогда не показывали, какие-то написали новые. Зайчик, здорово! Владлена 3757, здорово! Привет, привет, Польщі! Привет, Галка, Роман! Вітя, ти мені свадьбу должен провести. Кохання на виживання, смотрю. Фіма, тут хтось дивиться кохання на виживання.
Що там, бродяги? Там все нормально. З Миколаєвим поздоровуєте? З Миколаєв, здорово! Коли наступний тур по Україні, не знаю, кажуть, що в жовтні. Вересні. Чому так много тату? Ну, люблю, синя хвороба. Я недавно дізнався, що якщо ти татуїровки собі робиш, то називається синя хвороба. Так, ребята, давайте конкретний вопрос, мощний, класний вопрос. Привет, Харкову передаю. Привет! Трудно на гастролях? Очень трудно, тяжело. Так как очень много городов и мало часов для сна. Осенью! Осенью! На, Сереж, я не могу, у меня нервы не выдержу. В эфире телепередача, ток, шоу. Веселі мангусти! У нас з'явився спонсор, і тому тепер у нас є тачка. Крута. Коротше, і сьогодні у нас в гостях буде чоловік, що ви? Я? Залітайте в тачку, і будемо з вами їздити по місту, і я буду у вас брати інтерв'ю. Давайте. Добрий день. Як то кажуть... А можна я свого шофера покличу? Пане шофер! Трохи вже рухайтесь, що є. Доброго дня, пане шофер. Метро турбодизель 2.0. Бо не бульбу не везете. Що, які в нас сьогодні будуть питання? Сьогодні у нас будуть питання обережно, бо я трохи габаріти погано відчуваю, щоб цю тачку не задіти. Можете покажете мені місце? І, значить, це маршрутка. Оце чийсь Lexus, напевно, чиїгось організатора. Хочу сюди на літо приїхати. Бачите, Lexus. Обережно, тебе прошу. Дуже. Нашій машині треба зробити розвал коліс, бо щось тяне у праву сторону. Хочу сюди на літо дружину з дітьми звозити, файно тут. Тільки залежить вже знайти дружину і дітей ще їсть. Да. Звозити. Ні, взагалі, часто дуже подобається. Приїжджайте тут на тачці, можна покататись, тут все прям... Файне, має місто, файне, дивіться, да. Подивіться дерево. Все, зривай кнопку «Дніпро». Ти що? Наконец-то поменял свой зимний пиджак на летний. Как он? Новый пиджак. Он сказал, что у него новый пиджак? Да. Кум. Я все сказал. У Кума новый пиджак. Знаешь, это для меня прям праздник. Товариство, а хочешь, я покажу вам сына дяди Толика? Вот. Давай. Вот сын. Куда летите, я так спрашиваю? Что, отца взял машину, все что ли, крутой? А? Ребят, пойдем сюда. А, кепка полиции. Кальянчик нам надо забрать. Да. Кальянчик. Ребят, услуги. Дыньку заказали. Мне кажется, мы чем ближе к Киеву, тем начинаем больше релаксировать во время выступления. Все будет файно, все будет добре. Как співаються українські народні пісні, все буде добре. І Загорецька Людмила Степанівна. Ігор Ласточкін дуже добра людина, дуже добра, дуже мені подобається Ігор Ласточкін.
feel this way. But I'm the right, she's driving insane. And don't you know you oughta pump the brakes, I can't tell you why don't you let it go. We're on the line and if finally I'ma let you know, you're somewhere in between my legs.